Всем привет! Сегодня хочу показать и рассказать, как поймать бонус на автомате Columbus по высокой ставке. Бонус на автомате Columbus — это 10 бесплатных игр. Вот. Чтобы запустился бонус, нам необходимо поймать символ корабль на первом, третьем и пятом барабанах. Более подробно о автомате Columbus вы можете посмотреть в моих предыдущих роликах. Описание игрового автомата Columbus. Сейчас перейдем к стратегии. Значит, довелось мне очень долго играть, смотреть, пробовать, и значит, вывел такую небольшую закономерность. Если символ корабль попадает на верхней клеточке первого барабана и посередине третьего барабана, то после такой комбинации в районе 30-40 круток вот обязательно должен быть бонус, либо мне еще попадались просто выплаты по линиям, но очень хорошие. Вот, ну что же, начнем, проверим. Значит, у нас выставлено 9 линий. Играем пока по маленькой ставке, пока не будет наша комбинация. То есть нам нужно поймать здесь и здесь корабль. Итак, запускаем барабаны. Вот, пока ничего. Вот. Есть, раз, раз, но нам нужно здесь. Потихонечку крутим. По 9 линий мы можем крутить, он что-то нам в ответ кидает. То есть, играя таким образом, мы много не потеряем. Автомат нас, видите, держит на каком-то определенном уровне. Вот. Где же наш знак, после которого мы будем поднимать ставку? Пока его нету. Приходится вращать барабаны пока что в холостую. Вот, главное не пропустить наш символ. Кстати, в процессе холостых прокрутов он тоже может кинуть какой-то бонус, но, как правило, он незначительный. Вот, опять мимо. Ничего. Пока ничего. Но мы не будем терять надежду. Ждем нашу заветную комбинацию. Вот. Все, есть. Поднимаем ставочку. Раз, раз, раз. Поставим. Сколько? 270. И крутим барабаны дальше. Первая. Вторая крутка. Третья. Вот. На третьей крутке мы поймали бонус. Здесь нам повезло. Бывает на 10, бывает на 20. Так, запустили бонус. Смотрим. Смотрим. Ну, как бы там ни было, мы бонус поймали. Вот, пока что много он нам не дает, но 10 бесплатных игр мы получили. Вращаем барабаны. Я всегда люблю бонусную игру, за ней очень интересно наблюдать. Ради этого, можно сказать, и играю. Вот. Закрыл нам линию и добавил еще 10 бесплатных вращений. Это уже хорошо. Это уже хорошо. Посмотрим, что же будет дальше. Так. Поехали. Потихонечку, потихонечку дает. Это нам еще повезло, что он дал бонус в бонусе. Обычно такого не было. Главное не бояться. Играя по 9 линиям по минимальной ставке, мы ничего не теряем. Ловим наши символы. И потом пробуем поднимать ставку. Что, еще раз? Третий раз. Дал 10 бесплатных игр.
минимуму сегодня. Мы сможем что-то заработать. Так, я всегда внимательно смотрю. Бонусное вращение барабанов. Это всегда очень завораживает. Вот миниатюрно мы видим. 13 тысяч кредитов у нас уже есть. И еще есть в запасе крутки. Неужели он еще поставит 10? Хочется в это верить. Ну, конечно, честно говоря, вот играя по данной стратегии, первый раз у меня вот такой солидный выигрыш. Даже учитывая то, что ставка общая 270 кредитов, ну, она не сильно большая, она такая как средняя. Если бы мы сыграли по максимальной ставке, выигрыш был бы колоссальный. Ну вот, скорее всего, уже бонуса не будет. Но в любом случае за 30 бесплатных игр по 270 ставке мы заработали 12 тысяч кредитов. Забираем. И что? Взбиваем на первую ставочку. Покрутим еще чуть-чуть. Я думаю, что